такой, куди запхнуть. This is Minute for Ask for Nothing. What's your name? Philip, sir. You're fired. Go down the cash, you enjoy your pay and get out. Всем привет, мы опять в Киеве. Сейчас у нас более семейный отдых. Что ты больше всего хочешь посетить в Киеве? Лайфхак. Если вы приезжаете в Киев с ребенком, то можете не идти никакие аттракционы, зоопарки и прочее. Просто приведите ребенка в магазин Минисо, и он будет вот такой вот довольный. Купил себе очки со стразами. Наш ребенок никогда не ел перепчик. Сейчас мы будем это исправлять. Вот он. Смотри. Это, короче, такая сосиска. Пирожки. Прикинь. Ты в Киеве не бывал, тут перепочку не едал. Наоборот. Ты перепочку не едал, тут в Киеве не бывал. Вот. Сейчас. Мы зашли в заведение Мусафир, все его нахваливают. Это крымско-татарская кухня. И вот заказал кофе в Джезве. С такими вот конфетками. Конфетки, как вот в детстве, я помню, такие ел. Очень вкусный плов, у него тут много, 300 грамм, офигенный. Блин, я просто обожрал вот всего каких-то там 300 грамм плова, но я так наелся, ты просто чувствуешь себя реально сытым, это очень вкусно. Вот арочка, чтобы зайти в это заведение, собственно, вот она, киевская перепечка, а вот Хрещатик. Ну и в обед очень много народу, и можно не попасть, поэтому надо посматривать, либо заказывать столик. Мы сейчас пришли, в принципе, попали нормально, а вот в прошлый раз была большая очередь, но это была суббота, обеденное время, наверное, много туристов. Вот. А вот, собственно, и перепечка. Мы только что были, народу не было, сейчас смотрите, какая очередь. Сейчас мы идем в блокбастер, там есть такая штука, о ней читали, но никогда не приезжали, для детей, какая-то херь, короче, с кучей развлечений, где они ездят по каким-то станциям, выбирают себе профессии или что-то такое. Короче, фишка в том, что можно оставить ребенка, вот, а самим заниматься своими делами. Женька пошла у нас работать в фармацевтическую фирму. В аптеку зарабатывать денежки. Блин, целый город, в котором можно работать, развлекаться, вот, и проводить здесь хоть целый день вообще офигенно. То есть тут время не ограничено. А если потерял?
поднялся, идешь в полицию, прикладываешь браслетик, и он показывает, где все те, с кем ты пришел. Вот я потерял, мне сейчас покажу, радиостанция Финляндия. Привет, Саночка. Привет, меня зовут Женя, мне 9 лет. У меня самое обычное житие, я занимаюсь карате и кроссфитом. Всего лишь. Також дуже полюбляю малювати. В мене є пару картин. Де працюють батьки твої, Жень? Мама працює, можна так сказати, за комп'ютером, провіряє різні сайти, а папа відеоблогер та робить рекламу разом. В общем, мы разобрались со всей этой Финляндией. Вот. Тут много различных станций, и на каждой станции определенная профессия. Ребенок может прийти, попробовать себя, познакомиться с этой профессией, и за этот урок, так сказать, может заработать определенную сумму внутренней валюты. Вот там 15 или 20 вот этих вот киндов, или как они здесь называются. Вот. И чем больше он их зарабатывает, эту сумму он может потратить внутри на сувениры, либо на какие-либо развлечения. То есть здесь можно как заработать, так и истратить. Пойти поработать, например, сыщиком или журналистом, а потом пойти проиграть их в караоке. Вот. И здесь, как вы слышите, есть и пожарные, и скорые, и полицейские, и заправочная станция, и телевидение, радио, журналистика, аптеки, какие-то медицинские лаборатории, пекарни, зоопарки и прочее. То есть очень... Сколько здесь профессий? 100 профессий, вот, куча станций, 2 этажа, все оформлено в виде маленького городка. Ну, круто, очень круто, и время не ограничено. Смысл то, что ты можешь пойти на какую-то профессию, освоить ее и понять, нравится она тебе или нет, и в будущем стать той или иной. А с заработанными деньгами что делать? Можно себе что-то купить, но если много накопить, то можно что-то нормальное купить. А Женя была лень, она купила тетрадку. Давай, работай, Настя!